Вот так, друзья, выглядит доброе утро. Час назад примерно мы встали. Вот уже сейчас собираем вещи. Позавтракали, искупались. И вчера купались, и сегодня с утра. Легли спать мы в 00:30. Наблюдали северное сияние. Была просто мечта увидеть это своими глазами. И вот получилось. Очень красиво, классные фотографии остались на память, камера не передавала на нас, точнее, ну не брала, было темное небо и все. Фотки получились классные. Так что сейчас собираемся и выдвигаемся дальше. У нас по плану заправка в Ревде и будем подниматься на другой горный массив, на Лавозеры. Поедем через перевал геологов. И вылезем на узкоколейку, которая идет по другой стороне Умбозера. Дорога так называемая «Тысяча ручьев». Река Сура. Форсируем. Еще очередное водное препятствие. Саня пошел. Стоят туристы. Встретили группу большую из Ставрополя. Люди путешествуют, идут с Ревды на Имандру 2 недели. Здесь остатки старого моста. Я в прошлый раз вон там прямо прыгал. У берега были камни большие. А так, в принципе, нормально, воды меньше. Марсианские виды. Вот он, Сань, вон смотри, вот впереди, видишь, дорога пошла, вот нам туда. А здесь обрыв с одной стороны, здесь с другой, ну, тоже вот эта расщелина, да, ну, как бы тут перемычка между горами, массивами, это и есть перевал геологов. Мы сейчас туда пройдем. Вот по горному массиву опять спустимся к озеру. Стоять даже никак. Мы сейчас сели, с ног сбивая. Надо идти к нему. Или потрясающе. Все, спрятались за гору. Сань, там реально спустился.
квадриком обратно. Здесь хорошо, тихо, за камушком, а там просто жесть. Сейчас догоним Юру. Посмотрим, как там двигаться.
смотри, нам вот так. Куда мы залезли? Нахуя мы вообще сюда поехали? Thank you.
впечатления. Я даже не знаю, как это назвать. Отвага или безумство. Это сумасшедший был спуск. А представляешь, если подниматься я по нему? Я представляю. И впервые это делать, не зная дороги. Это могут сделать только сумасшедшие. Был такой вот в прошлом году. Адреналин прямо подскакивал, когда мы туда лезли. Ну, спускаться это полдела. Я ехал и представлял, как же вы поднимались. Да. То есть здесь права на ошибку вообще нет. Потому что лететь очень далеко. Лететь, и он каменистый. Да, то есть ты можешь упасть, травмироваться об эти камни. Ну, круто. Да, это круто. Когда круто. Вот все это получается, это очень круто. Шикарно. Небольшой привал, новая локация, пирожочки купили, да, в столовой? Ревда. Угу. Нормально, там пообедали. Славозер спустились, удачно. Спуск эпический был. Все классно у Сани, ягода. Ну что, давно тут никого не было, судя по количеству ягод, да? А, вообще, ух, какая крупная. Да. Черника. Да. Угу, все усеяно. Тут же грибы. Маховичок. Надо до озера дойти, да? Посмотреть, какой пляж. Я бы, может, даже окунулся. Юра нам обещал, что махом долетим. Но что-то я уже подустал. Я думаю, что сейчас жаркие с такой дороги. И нам еще, знаешь, сколько сань ехать? 100 километров. Знаю. Что такое для нас 100 километров? Ну да. 3 дня лесом, а там рукой подать. Угу. Едешь и едешь. Вот так вот мы катаемся и отдыхаем, качели, природа. Сейчас наелись чернички. Я даже искупаюсь, если там нормальный заход. Сейчас сходим к озеру. Да, Юр? Почему нет?
Сотка нам еще, 100 километров херачить. Дорогами. Ну такими, да. А представляешь, если бы вся была дорога, вот как вот, там вот шли через Умбозерский, как здесь через перевал, ну тогда точно бы за 2 дня, за 1 нереально было бы столько проехать. Ну, и физически даже. Ну физически, может, и проехал, но потом бы просто все, упал. Это что, это связь, что ли, есть. Классно. Промчали. Хорошо продубасили. Угу. Да, вот, типа. Ну. Все стандартно. Ух ты, ёпты мать. Ух ты. Попробуй покрути. И пальчиком. Не хочет, да? Сейчас сделаем. Автобан северный, старая железная дорога, когда-то была, шпалы уже скинули в бок, разобрали, и в поселок идет, люди ездят на машинах.